Фестиваль так точно состоялся в Доме культуры «Маяк» 20 февраля. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества. Совсем юные певцы и вокалисты постарше исполнили военно-патриотические композиции. Выступление участников оценивало экспертное жюри. В завершении выступлений всем певцам вручили дипломы и памятные подарки. Фестиваль военно-патриотической песни «Так точно». У нас в этом году он уже 16-й. В прошлом году это был юбилейный фестиваль. Проводится у нас ежегодно с большим количеством участников, участвуют коллективы по всей Москве. И не только это могут быть культурные центры и разнообразные творческие коллективы, это могут быть и образовательные учреждения. То есть абсолютно неважно, у нас самое главное – это творчество и патриотизм для нас. Думаю, что фестиваль будет приобретать все новые и новые творческие, скажем так, направления вот, в музыкальном плане. И мы будем развиваться далее и радовать всех